Сегодня в горадминистрации на традиционном оперативном совещании градоначальника с руководителями бюджетных организаций и отделов администрации был представлен новый начальник коммунального предприятия «Стимул». Руководителем «Стимула» стал Виталий Симоненко. До назначения на должность директора Харцизского коммунального предприятия он работал на одной из макеевских шахт, где занимался хозяйственными и социальными вопросами. Новый начальник уже познакомился с коллективом, с новым для него городом и сразу же приступил к решению проблем, связанных с наведением чистоты и порядка в Харцизке. Я уже знаком с работой коммунальщиков, потому что эта сфера входила в мои предыдущие обязанности. Ну, на данный момент я думаю, что коммунальное предприятие «Стимул», ну, будет расцветать. Сегодня «Стимул» не испытывает кадрового голода. Штат коммунального предприятия практически полностью укомплектован для выполнения всего спектра задач. И на данном этапе мы занимаемся уборкой территории. Согласно своей специфике работы, мы прилагаем все усилия для того, чтобы город был подготовлен к Пасхе, к предыдущим праздникам 9 мая и 11 мая, Дню Республики. Главная задача, которую ставит перед собой новый руководитель, это развитие «Стимула» и расширение его возможностей в новых сферах деятельности в надежде на дополнительные доходы и, соответственно, увеличение заработной платы работникам предприятия.